Салют всем, на связи Савченков Иван, также известный как Дон Хуан, это школа сам себе битмейкер, и сегодня я расскажу вам о том, как включить ноты-помощники в пианорол. Очень частый вопрос, и поэтому я решил записать на него видео, чтобы больше вы не задавали этот вопрос. Соответственно, как он звучит, как сделать так, чтобы я мог видеть в пианороле, да, ноты, которые использовались в других инструментах в паттерне. Очень все просто. Мы открываем пианорол. Открываем пианорол, нажимаем вот сюда, нажимаем Helpers, выбираем, и здесь Ghost Channels. Все, теперь мы видим ноты-призраки, которые использовались на других партиях инструментов. Вот, в принципе, и все. То есть ничего сложного, чик-чик-чик, и все работает. Все, спасибо за внимание, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч в новых уроках.